И доброго времени суток, дорогие друзья! До старта новых серверов остается меньше, чем день, и пора рассказать, кем же я пойду играть, куда я пойду, как это все будет происходить. Ну и вообще обо всем, о планах поподробнее поговорим в этом ролике. Погнали! Итак, для начала я сделал себе аккаунты по реферальной ссылочке, она есть в описании. Также, переходя по ней, вы получите бонусы. Либо по моей можете переходить, либо по чьей-то еще. Это просто делается для некоторой расходки, которая также поможет вам на старте. Не забывайте об этом. После всего этого мероприятия я перешел по ссылочке. Ее я обязательно оставлю в описании. И вы здесь получите дополнительно еще ожерелье Валакаса и кольцо орков, которое вам поможет. Ну и для старта я выбрал себе профессию СХ, да, об этом я говорил на стримах, что я задумался о том, какого мага взять. Почему вообще именно мага? Потому что вот просто захотелось поиграть элементалем, вспомнить былое и так далее. Думал между ММом и СХ, соответственно, потом еще задумался о сорке, но все-таки решил остановиться именно на СХ. Посмотреть вообще, что это такое, как это будет чувствовать себя на старте и так далее. По поводу доната я также устраивал голосование у себя в Телеграме. Выбрали донат 2-3к на окно. Да, я буду стартовать в два окна. Второе будет у нас окно, это СБшечка. Почему СБ? Ну, просто потому что это, наверное, один из самых актуальных и популярных стартовых классов. Да, наверное, назовем это так, будет на старте этих двух серверов. Старт, 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 много стартов очень. И хотелось бы и самому посмотреть вообще на этот класс, посмотреть, что он может. Ну, я думаю, многим будет интересно вообще посмотреть, как он себя чувствует и стоит ли за него играть. Ну, так скажем, мое объективное мнение по этому поводу. Наборы я возьму, аккаунты я уже также подготовил, как и сказал до этого. Каких-то планов на клан у меня нет. Сначала я думал, что возьму клан, сделаю клан, начну им заниматься, но потом понял, что, скорее всего, просто по времени я не потяну это, потому что еще есть дела в жизни, да, и так далее. Поэтому с этим будет проблематичней. Поэтому я думаю, что где-то на просторах сервера мы всегда сможем с вами встретиться. Если будут какие-то вопросы, можно будет задавать их в роликах, можно писать в личку, ребята пишут, не стесняются. Поэтому, если вдруг какие-то вопросы будут, не стесняйтесь, пишите, обязательно отвечу, обязательно по возможности что-нибудь вам расскажу. Это что касается клана. Что касается сервера, на который я пойду, я также пока не определился, да, и я думаю, если я не собираю никакой клан, ничего, то, в принципе, какая разница, куда я пойду, да, в любом случае, на один из этих серверов я залечу. На какой именно, пока сам не решил, пока, вы знаете, еще не пришло. Наверное, это вообще будет какой-нибудь монеткой выбираться, прямо уже непосредственно перед стартом. Что касается роликов, что касается стримов на старте. Скорее всего, стримы будут либо редкие, либо, ну, будут по большей части отсутствовать. Пока также, не знаю, буду смотреть по графику, будут в большей своей степени ролики. Все именно в той манере, в той подаче, как это я всегда делаю. С какими-то объяснениями, с какими-то рассказами и просто показ геймплея и мысли о классе. Естественно, посмотрим на все эти сервера, поэтому если вы не собираетесь стартовать, то просто выступайте наблюдателем. Посмотрите, как это будет, как это вообще происходит, что такое старт, если вы этого никогда не видели. Ну и просто задумайтесь о том, стоит ли вообще играть, потому что, естественно, на старте всегда будет лютый ажиотаж, и после того, как ажиотаж немножко спадет, то, соответственно, локации чуть опустеет, и если вдруг вы захотите, можно будет уже залететь на относительно свеженький сервер, но на котором уже нет огромного количества людей на одного моба. Вот, в принципе, наверное, это и все, что я хотел сказать по поводу клана, по поводу своей игры, по поводу всего остального, по поводу классов. Скорее всего, первую я, естественно, создам СХ, и через какое-то время, я думаю, на следующие уже сутки я создам себе СБшку, просто для того, чтобы не разорваться. Еще надо не забывать, что на основных серверах будет также установлено обновление, его я буду пытаться тоже каким-то образом смотреть, что-то интересное рассказывать, а возможно еще ивенты, акции приедут. Короче, ну очень много всего, поэтому график будет такой плотненький, но я постараюсь в этом графике для каждого момента выделить какое-то время. Что из этого получится, не знаю, посмотрим, надеюсь, не разорвусь. И, наверное, еще один из самых популярных вопросов: насколько же я иду на новые сервера? Ни в коем случае не собираюсь долго на них играть, это скорее просто как стартовая гоночка, какой-то ажиотаж, хайп вокруг всего вот этого мероприятия. Я хотел бы стать небольшим винтиком всего этого механизма
естественно, вам показать, как все это вообще будет происходить. Основной чар у меня также останется сильф, основной чар у меня также останется конь. Какой-то материал я буду стараться по ним подзаписывать и буду пытаться также выкладывать, чтобы вы посмотрели. Там нас уже в будущем ждет заточка таликов скорости, вот уже совсем скоро она должна быть на канале. Поэтому я не знаю, даже не хочу в какие-то рамки себя загонять, как-то что-то делать. Может быть месяц, может быть два, может быть вообще я неделю побегаю, скажу, да в принципе я уже все посмотрел, все показал. Буду смотреть также вам, и насколько это интересно, насколько это заходит. Короче, все по большей части будет выстроено вокруг вас, вокруг вашего интереса и вокруг, ну, можно сказать, ваших просмотров и отклика в виде лайков, комментариев и так далее. Потому что если я пойму, что вам это и не надо, то, ну, и дальше продолжать какую-то игру я не буду. По поводу доната и всего остального, как я буду распоряжаться всеми средствами, естественно, буду показывать в ролике. И я не собираюсь выбиваться дальше, чем у меня есть возможность, да, ту, за которую вы проголосовали в Телеграме. Ну, на этом вроде как все. Надеюсь, все рассказал. Вроде все основные моменты, которые я хотел, я затронул, как вы видите, кстати, по видеоряду. И я здесь уже пытался, так скажем, стартовать из хая. Я бы не сказал, что это прям такой лайтовый чар, как я думал. Были некоторые проблемы, были некоторые заминки. Но относительно понятие какое-то есть. И опять же, смотря какие будут стартовые наборы, то, возможно, и чар станет немножко попроще в освоении. В общем, теперь точно все. Если остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите их в комментарии. Также у меня всегда открыта личка, всегда есть Телеграм, где можно все это дело задать какие-то вопросы, спросить о чем-то интересующем вас. Поэтому еще раз говорю, не стесняйтесь, можете писать, я не кусаюсь ни в коем случае. Спасибо огромное, что вы посмотрели этот ролик. Так, опять же, жду вас в комментариях. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Не забывайте, впереди нас ждет, ну, очень много всего интересного, я думаю. И также не забывайте про рефералку. О ней я сказал как раз в самом начале. И про ссылочку с подарком также не забудьте. Я ее обязательно оставлю где-нибудь в описании. Также, я думаю, найдете и разберетесь, что там конкретно надо делать. А с вами был Душой Молодой. Всем хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Увидимся с вами на старте. Удачи вам всем. Хорошо, легко стартануть. И чтобы у вас все получилось на новом для вас сервере. Увидимся. Не болейте. Пока.